беременна, конечно. С кем сейчас собака? С моей любимой ассистенткой. Девочка, девушка, женщина пошла такая очень интересно, необычно, странно одета. Откуда берешь энергию? В том-то и дело, что у меня ее нету. Просто обожаю тебя, очень сильно мотивируешь. В какой программе получила грин-карту? По какой программе получила грин-карту? Как экстраординарный человек? В смысле, Маш, на многих фото ты беременна. Я не беременна, ребята, я жирная. Это две разных вещи. К счастью или к сожалению, но я не беременна. Вот. Просто я ела сырники. Я ела много-много орехов. Я ела мед. И что еще я ела? Овсянку по ночам, правильно. Я ничего плохого такого не ела, просто ела много всего. Просто много всего. С какого года ты живешь в Америке? С 2014-го? 15-го? 15-го, наверное. 15-го. Сколько? Нет, 16. Какого года? Я фиг его знаю. Короче, 4 года. Маша и жир — несовместимые вещи. Очень даже совместимые. Точнее, несовместимые, но в понимании жира мы очень даже совместимы. Поэтому жир меня любит. Я его не люблю. У нас все невзаимно. Вот. Так что такие дела. Вот такие вот дела. Да. Жир, конечно, вещь такая. Согревающая, но некрасивая. По крайней мере, на мне. Маша, ты очень крутая, мотивируешь. Что ты делаешь? Спасибо большое. Я стараюсь. Как познакомились с Димой? Да, думаю, он какой-то чувак ходит, чтоб его к себе не подобрать. Подобрала. Подобрала. Когда следующий влог? Следующий влог будет, может быть, даже сегодня. Ну, сегодня воскресенье. Или воскресенье. Люди, хотите следующий влог сегодня? Общаешься с Настей Свон? Да, общаемся. Так, поехали дальше по вопросам. У матросов есть вопросы. Развлекательный лайф от Маши Лист. Общаемся с людьми, которые меня фолловят и считают, что я с ними не общаюсь. Да, я не знаю, на что да, но да. Я думаю, это про мои последние истории. Да, все, на все отвечаем да, ребята. Да, это хорошее слово. Естественно, сегодня давай. Угу. В какой город в Казахстане приедете? Мы не собираемся в Казахстан, это была шутка. По всей видимости, не смешная, потому что вы ее восприняли серьезно. Ну да. Посоветуй фильм, который впечатлил бы тебя больше всего, если честно, в последний раз очень давно смотрела кино. Ну, недавно один игрок, неплохой фильм Спилберга. Первому игроку приготовиться по-русски. По-русски, здрасте. Давай видео с Настей. По-американски тоже Player One. У вас губы сделаны, да, именно поэтому они у меня такие малюсенькие. У меня сделанные губы. Вот, смотрите, они у меня, видите, еще свои прыщи показал. Всем все показала, рассказала, все не... Ты куда намылился? Уходи, дверь закрой, у меня теперь другой. Мне не нужен больше твой номер в книжке записной. Натерпелась, наждалась. Ты куда? Ты же у нас горячий. Не кавказский парень. Не кавказский парень. Очень вдохновляешь, расскажи, ты была рождена такой энергичной и позитивной. Ребята, на самом деле я пипец какая депрессивная хрень. И поэтому, именно поэтому, у меня не было вдохновения в последнее время, в последний год, полгода. И вот так вот. Да, вот так вот. У меня бывают плохие моменты в жизни, и когда у меня плохие моменты в жизни, я закрываюсь дома, ни с кем не разговариваю, ни с кем не общаюсь, не отвечаю на смс, телефонные звонки. Style is so nice. What's the brand? Which exactly style you're talking about? Капец, ты меня напоминаешь. Ты будешь стоять здесь камерой мотать, чтобы я куда-то пошла? Ну, хочешь, я один пойду? Ну, хочешь, иди. Включи, пожалуйста, горячую воду, чтобы она стала горячей. И чтобы я могла наконец-то принять душ в этой столице фэшн-индустрии. А то, мне кажется, дюже нехорошо ходить в слишком модных вещах и без душа. Please come to London. Maybe one time I will come to London.
Что делаешь от прыщей? Рацион питания, здоровое питание. Расскажи. От прыщей помогает не есть сладкое. От прыщей помогает не стрессовать. От прыщей помогает Бора Плюс. От прыщей помогает косметолог. От прыщей помогает солнце. Все. Ты борешься с недосыпом? Ответь, пожалуйста, сплю. День, два, три, неделю сплю, месяц. Могу спать? Ты нереальная. Спасибо. У тебя свое жилье в Америке или снимаешь? В Америке? Америка такая страна, где свое жилье у очень малых людей, поэтому я снимаю. На здоровье. Ты считаешь кал? Сейчас не считаю кал, и раньше считала кал, когда я худела. Вот, сейчас я ем просто нормальную еду и не переедаю. Вот. Потому что очень сложно считать калории. Что с актерской школой? Она меня очень ждет и скучает. Вот. В Нью-Йорке. Красотка, привет из Казахстана. Привет, Казахстан. Блин, я вот про каждое слово в этом русском языке знаю песенку, а вот про Казахстан не знаю. Какие вы песни знаете про Казахстан? Hello, my friend. Hi. Скажи марки умывалки, крема и тоника. У меня есть, я умываюсь доктор Грандел. Скажи свой